Думаю, много выживших мы на этой базе не найдем. Вот и вы! Нужно уходить отсюда, здесь небезопасно. Мне нужно кое-что узнать. По-моему, вам известно больше о Трианине. Я боялась. Я хотела помешать исследованиям, но мне угрожали. Сказали, что я буду следующей. Когда гетты напали, я осталась, чтобы послать сообщение в Министерство колоний. Я пыталась сообщить им, где искать Трианина, но питание отключилось. Я не хотела этого. Вы сделали, что смогли. Я помогу вам, если вы скажете, где Трианин. Трианин под надеждой Джу, но вход туда блокирован. Колонисты закрыли его грузовым кораблем, как раз перед нападением геттов. Но почему гетты ищут Трианина? Зачем он Сарену? Он обладает уникальными способностями по контролю над сознанием. Этим как раз и интересовались в Экзогене. Нормандия вызывает группу высадки. Связь есть? Что там, Джокер? Мы перехватываем переговоры геттов. Похоже, они направляются в вашу сторону. Спасибо за предупреждение, Джокер. Вы слышали? Давайте выбираться отсюда. Я иду с вами. Я могу помочь. Исправить то, что натворила. Thank you.
кто-нибудь слышит? Отойди от радио! В чем дело? Это Джулиана Бэйном из колонии Ферн. Пожалуйста, помогите нам. Это моя мама! Остановите! Остановите машину! Ты не сделаешь этого, Джонг. Всем заткнуться! Дайте подумать! Что происходит? Тебе это с рук не сойдет. Уберите ее отсюда! Отойди от нее, сукин сын! Элизабет! Проклятие! Выходите так, чтобы я вас видел! Все! Черт побери, Шепард! Так и знал, что не стоит надеяться на то, что гетты вас прикончат. В базе данных Экзогени я обнаружил интересные сведения о вас. Я знаю, что случилось на Акузе. Это не должно повториться здесь. Можно договориться. Никто не должен пострадать. Вы не понимаете. Все не так просто. Связь восстановлена. Экзогени хочет скрыть следы своей деятельности здесь. Это колония людей, Джонг. Нас нельзя так просто сдать в утиль. Дело не в этом. Есть нечто более ценное, чем жизнь нескольких колонистов. Значит, вам нужен Тарианин. Уникальное существо Ферроса. О чем? Это телепатическая форма жизни, обитающая под надеждой Джу. Существо овладело разумом местных поселенцев. В Экзогене знали об этом с самого начала. Тебе это с рук не сойдет, Джонг. Думайте, что хотите, но никто не хватится пары-другой колонистов. Я не позволю вам навредить этим людям. Бросайте оружие или готовьтесь пострелять. Ну, раз так, делайте, что хотите. Будто у нас и так недостаточно проблем. Теперь мы будем стрелять друг друга в спину. Это моя вина. Я знала, что происходит, но не смогла помешать. Не начинай. Ты прекрасно знаешь, что хорошо делаешь свое дело. Так что же, дорогой капитан? Я разберусь с Тарианином, а потом спасу вас. Колонисты не подпустят вас к Тарианину. Они пойдут за него на смерть. Он их контролирует. И что я должен с этим поделать? Должен быть какой-то иной способ. Он есть. Для нейтрализации колонистов можно использовать нервно-паралитический газ. Можно использовать газовые гранаты. Выпускать клубы нервно-паралитического газа не очень хорошая идея. Этот газ не является оружием. В лабораториях мы использовали инсектицид, который содержит тетрахлопин, ингибитор нервно-мышечной деятельности. Если их нервная система уже ослаблена, то он может воздействовать на них как паралитический реагент. Можно приспособить для этого оглушающие гранаты. Звучит неплохо. Сделаю все, что смогу. Прекрасно. Спасибо вам, дорогой капитан. Мы останемся здесь, пока вы не расчистите дорогу. Удачи! Ну как, вам удалось найти мое рабочее место в развалинах?
Мне удалось найти данные и перенести их на ваш ОНД. Это очень хорошие новости. Спасибо, большущее. Я все равно был там. Не стоит благодарности. Ну, еще раз благодарю, капитан. Вы честно заработали эти деньги. Ну, спасибо еще раз, капитан. Они уничтожили наши защитные сооружения за минуты. Постарайтесь не навредить колонистам, дорогой капитан. Используйте паралитический газ, который я вам дала. Что это было за существо? Это точно не человек. Колонистов не трогать, даже если Тарианин заставит их стрелять в нас. Для этого и нужны газовые гранаты. Хорошо, капитан. Идем. Thank you.
Я сопротивлялся, но он проникает прямо в голову. Вы не знаете, что это за боль. А должен был быть лидером. Эти люди доверяли мне. Он заставляет остановить тебя. Я не буду. Я не буду! Ладно, нам нужно найти это существо и определить, что оно... Что оно? О, Кила! Что это? Ни разу в жизни я не видел такого растения. Похоже, у нас проблемы. Стойте, нарушители покоя! Ни шагу вперед! Тысячи щупалец опутают ваши тела, достойные лишь того, чтобы после гниения стать пищей. Я говорю от имени старого корня, как говорила от имени Сарена. Вы предстали перед Тарианином. Он повелевает вам восхищаться им. Ты что-то дал Сарену, то... Что я ищу? Сарен искал знания древних. Старый корень прислушался к созданию из плоти впервые за долгий период. Был проведен обмен. Затем холодные стали убивать созданий из плоти. Тех, кто должен был стать основой следующего периода. Тех, кто достался мне по праву. Старый корень видит вокруг тебя воздух лжи. Он больше не слушает. Я не позволю тебе держать людей в рабстве. Отпусти их. Немедленно. Тарианин больше не слушает вечно спешащих. Ваша жизнь коротка, но продолжается слишком долго. Твоя кровь пропитает землю и породит новые ростки.
Сюда, капитан. Здесь что-то интересное. Найти остальных.
Я свободна! Я свободна! Я должна поблагодарить вас за то, что освободили меня. Все в порядке? Вы ранены? Все хорошо. Или будет хорошо. Со временем. Меня зовут Шиала. Я служила матриарху Бенезии. Когда она заключила союз с Сараном, я последовала за ней. Бенезия предвидела, на что способен Саран. Она присоединилась к нему, чтобы изменить его. Но Саран умеет настоять на своем. Бенезия потерпела поражение. Вы утверждаете, что Саран может контролировать сознание? Бенезия недооценила Сарана, как и я. В конце концов, мы поверили его планам. Сила его убеждения поражает. Она постаралась воздействовать на Сарана, но этот план не сработал. Матриархи Азари – одни из самых мудрых и влиятельных существ в галактике. Как одна из них могла попасть под влияние Сарана? У Сарана есть судно. Огромный военный корабль, не похожий на те, что я видела раньше. Его называют «Властелин». Корабль может влиять на умы живых существ. Они начинают подчиняться воле Сарана. Процесс этот происходит незаметно. Занимает дни и даже недели, но избежать его невозможно. Когда Сарен доставил меня на эту планету, я уже была его рабом. Ему нужны были мои способности биотика, чтобы общаться с Тарианином, узнать его секреты. Сарен предложил меня в качестве оплаты. Меня принесли в жертву для заключения договора между Сареном и Тарианином. Сарен, не задумываясь, предает своих. И Тарианина он тоже быстро предал. Получив то, что хотел, он приказал Гетам уничтожить его и все следы его существования. Сарен знал, что вы ищете канал. Он знал, что вы следуете за ним по пятам. Он приказал Гетам атаковать Тарианина, чтобы вы не получили шифр. Что такое шифр? И зачем он Сарену? Маяк на Иден Прайм вызвал у вас видение. Но они смутные и запутанные. Они были предназначены для сознания Протеанина. Для того, чтобы полностью понять их, нужно мыслить как Протеанин. Вы должны понять их культуру, историю, способ существования. Тарианин существовал здесь задолго до того, как Протеане построили этот город. Он наблюдал за ними и изучал их. Когда они умирали, он их поглощал. Так они стали частью его. Значит, Тарианин научил Сарена думать по-протеански? Как? Шифр — это сама суть существования Протеан. Его нельзя описать или объяснить. Это как описывать цвет существу, не имеющему глаз. Для того, чтобы понять его, вы должны проникнуть в память предков существ данной местности, в образ мыслей, свойственный тысяче поколений Протеан. Я впитала эту память поколений, шифр, когда слилась с Тарианином. Наши личности перемешались, сознания переплелись. Такому знанию нельзя научить, оно просто существует. Мне нужно это знание, чтобы остановить Сарена. Способ есть. Я могу перенести знание из моего сознания в ваше, как проделала это с Сареном. Постарайтесь расслабиться, капитан. Дышите глубоко и медленно. Сбросьте физическую оболочку. Постарайтесь почувствовать связи, соединяющие нас. Каждое действие порождает волны по всей галактике. Каждой мысли для жизни необходима другая мысль. Каждая эмоция должна затронуть чувство другого. Все мы связаны. Каждое существо — это часть единого великолепного целого. Откройтесь Вселенной, капитан. Обнимите вечность.
Я передала вам шифр точно так же, как передала его Сарену. Память поколений Протеан теперь принадлежит вам. Что это было? С вами все в порядке, Шепард? Я видел что-то, но я до сих пор не могу понять смысл. Вы получили ценный дар, опыт целого народа. Вашему сознанию потребуется время, чтобы переработать эту информацию. Проводим вас на корабль, капитан. Нужно показать вас доктору. Извините, что заставила вас испытать неприятные ощущения, но по-другому было нельзя. Вам был нужен шифр. Со временем вы поймете видение маяка. Расскажите мне о корабле Сарена. Властелин — необычный корабль. Я не знаю, как он был построен и откуда он взялся. Его конструкция не соответствует ни одному типу существующих ныне кораблей. По сравнению с ним, любые корабли Цитадели или Альянса — просто карлики. Его орудия обладают огромной разрушительной силой. Его броня непробиваема. С таким кораблем Сарена не остановить. Вы сказали, что Сарен воздействует на разум живых существ. Властелин обладает силой внушения. Постепенно кажется, что корабль притягивает к себе. Благодаря ему аргументы Сарена становятся убедительными и неопровержимыми. Проведете много времени на Властелине и потеряете себя. Я не могу объяснить это иначе. Я хочу узнать больше о Бенезии. Среди нашего народа Бенезию очень уважали. Она искусный биотик, даже для Азари. Ее повсюду знали как учителя философии и религии. Она всегда стремилась к миру и гармонии. Она вошла в союз с Сареном, потому что надеялась увлечь его с пути разрушения. Вместо этого она стала одним из самых влиятельных его союзников. Как я уже сказала, матриарх Бенезия недооценила Сарена. Не повторяйте той же ошибки. Что вы еще можете сказать о Сарене? Мне почти нечего добавить к тому, что знаете вы. Он могуществен, влиятелен и очень опасен. Когда я следовала за ним, я не видела его истинного лица. Но теперь я понимаю, что он ввергает галактику в век тьмы и страданий. Расскажите мне о себе. Во мне нет ничего выдающегося. Я была одной из учениц матриарха Бенезии. Я следовала за ней почти 200 лет, постигая ее мудрость. Когда Бенезия сообщила о своем плане присоединиться к Сарену, она предоставила своим ученицам выбор. Последовали за ней только те, кто желал этого. Многие сочли этот план опасным. Но я верила ей. Я думала, что она может отвратить Сарена от его безумия. Вместо этого мы сами присоединились к нему. Что вы еще можете мне сказать о Тариане? Когда это существо поглотило меня, я стала его частью. Но я до сих пор не полностью понимаю его. Оно такое чужеродное, такое древнее. Невозможно узнать его точный возраст. Оно по-другому воспринимает время. Тысячи лет спячки и несколько столетий беспокойной деятельности. Его сознание завораживало меня. Оно не вписывается ни в какие рамки и определения. Но теперь оно исчезло. Только не говорите, что вам жалко это существо. Тарианин был уникальной формой жизни. Разумное существо, прожившее 50 тысяч лет, а может и более. В исследованной части галактики нет ничего похожего. Я благодарна вам за то, что вы освободили меня. Но я все же немного жалею о гибели такого поразительного создания. Теперь, когда вы свободны от Тарианина, что вы будете делать? Если позволите, я бы хотела остаться здесь, с колонистами. Они много страдали, и я отчасти виновата в этом. Мне хотелось бы загладить свою вину. Колонистам действительно требуется помощь. Они будут рады видеть вас на своей стороне. Спасибо, капитан. Пусть благоволит вам удача. Вы справились. Тарианин уничтожен. И мы можем приступить к восстановлению колонии. И Экзогений нам больше не угрожает. Мы снова просто колония на далекой планете. Спасибо вам, дорогой капитан.
будет трудно, но мы сделаем эту колонию своим домом. Ну, спасибо еще раз. Эти данные очень пригодятся мне, когда я улечу отсюда. Я пыталась бороться, но любая самостоятельная мысль причиняла мне адскую боль. Я сделаю все возможное, чтобы помочь колонии в эти трудные времена. Мне жаль, что я причиняла вред этим людям. Прощайте, Шелла. Прощайте, капитан. Желаю удачи в ваших поисках. Не думал, что буду так радоваться, увидев солдата. Простите меня за прежнее. Я был под влиянием Трианина. Он контролировал каждую мою мысль. Что вы будете делать теперь, когда все закончилось? Я могу остаться и попробовать возместить потери. Через несколько недель доставят новую партию товара. Возможно, колония все-таки оправится. Покажите, какие товары у вас есть. Конечно. Возвращайтесь. Может быть, появится что-то еще. Для того, чтобы все здесь восстановить, потребуется время. Идет процедура дезинфекции.